Живи по совести и вере, люби людей, твори добро. Богатство, злато, серебро не приведут желанной цели. Хайя аль-фала. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, обнимал кого-то единожды. И он обнимал тех людей, которых давно не видел. То есть были сахабы, которых он видел каждый день, им он просто давал салям или просто пожимал руку, и все. А если он обнимал кого-то, то это было одно объятие. Некоторые братья... Вы же знаете, некоторые братья хотят обниматься трижды. Трижды хотят. Не обнимешь их трижды, обидятся на тебя. Во-первых, это даже не сунна. Ладно, если брат хочет обняться три раза, обнимусь трижды с ним. Не будем из-за этого ссориться. А то некоторые злятся, если ты их не обнимешь три раза. Вот однажды... А, извини, брат, можешь садиться. Джазакаллаху хайран. Как было? Однажды я был в своей местной мечети. Там у нас шел ремонт, и у нас был тесный проход, чтобы люди могли выйти. И вот там все эти ремонтные работы, на пол мечети они были развернуты. А там как раз был Аид. Было 5 джамаатов, 5 намазов, люди ходят туда-сюда. И проход был узкий настолько, что пройти получалось только в одну сторону. Приходилось ждать, пока пройдут все люди, и потом те, кто ждал снаружи, могли войти. Даже для двоих не было места в этом узком проходе, чтобы пройти. Я что сделал? Я сказал всем братьям: «Братья, пожалуйста, сегодня Аид. Знаю, все вы любите обниматься по праздникам». Каждый на Аиде. Как будто на Аид ты должен обняться трижды. Если не обнимешься, все, Аид не удался. А сунна заключается в том, что обнимать тех людей, которых ты не видел давно, и то только один раз. Но нет такой сунны — обниматься по три раза. Такой сунны нет. Но это ладно, обидеть я никого не хочу. Если кто-то считает: «Ну уж нет! Хочу три!» И как получилось? Я братьям говорю: «Братья, пожалуйста, просто давайте салям друг другу. Там люди снаружи под дождем ждут. Пожалуйста, просто быстро салям. Хотите обняться? Раз обнялись и вышли». И вот идет парень. Идет прямо ко мне, хочет обнять имама. Я обнял его один раз. «Ладно, — говорю, — брат, давай». Он смотрит на меня. «Не обнимешь меня? Не обнимешь?» Говорю: «Брат, пожалуйста, я лекцию только что дал. Давай продвигаться, люди там снаружи под дождем ждут. Люди хотят войти». Брат такой: «Видели? Имам не хочет обнимать меня. Не хочет меня обнимать». Я думаю: «О, Аллах, да что с этими людьми?» Я пошел за ним. Пошел до самого выхода. Когда люди вошли, теперь возможность есть. Говорю: «Брат, идем». Говорю: «Брат, идем, обними меня. Обними меня». Он меня обнял раз, два, три, хочу остановиться. Нет, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Говорю: «Брат, хватит». Нет, 11 раз обнял. Типа обниматься, так обниматься как следует. Не думай, что если я обнял тебя всего однажды, я не люблю тебя, брат. Я люблю тебя, брат, ради Аллаха. Ребята, ради Аллаха. Без излишеств. То есть происходит так, что люди так раздражаются, если ты не дашь им то, что они хотят, то, к чему они привыкли. Но если говорить о сунне, то это одно объятие, и то только человеку, которого ты какое-то время не видел. Эта жизнь лишь миг один, прыть жизни будущей и вечно. Не будь же глупым и беспечным, не делай зла и бед другим. Живи по совести и вере, люби людей, твори добро. Богатство, злато, серебро не приведут желанной цели.